Всем привет! Опять хотим поснимать вот этот домик на колесах. Фея Динь-Динь. Вот она, сама фея. Такая маленькая, красивенькая. Вот у нее платье, которое можно снять, кстати. Оно снимается. Оно мягкое такое, резина такая хорошая. И она не пахнет. Не пахнет Китаем, это точно. Вот она осталась такая в трусиках. Здесь, кстати, написано. Что это кукла Диснея. Короче, платьишко опять одеваем. У нас, кстати, завтра мы, наверное, еще поснимаем с ребенком. Мы заказывали из Америки вот эту фею Динь-Динь отдельно в упаковке с множеством платьишек. Вроде в прошлый раз хорошо застегивалось это платье. Вот она, фея Динь-Динь, у нее красивое лицо, она похожа на фею, прям как из мультика. Не просто китайская фигня. Вот у нее крылышки там лежат, просто их положили в машинку. Вот сюда цепляются крылышки. Вот она как настоящая фея. Просто с крылышками в машину, естественно, не залазит. Поэтому приходится крылышки снимать. Мы ее посадили в машину. Рядышком крылышки. У нее руль есть, который там крутится, кстати. Вот машинка поближе. Руль крутится. В сидушке. Там, кстати, много места. Можно еще какую-нибудь фею посадить. Вот какая машинка вблизи. Фары есть, как будто настоящие. Дверки. Они, кстати, открываются. Что одна, что вторая дверка. Вот так машинка выглядит. На колесах, видите, фотографии. Как будто это монеты. Фотографии Динь-Динь. Такая красивая машинка. У нас машинка, ой, автобус-дом, да? Дом. В нем можно феи жить. Всем феям можно жить. Вот это как будто такая стена красивая. Первая часть дома. Это кухня, да? Кухня же? Кухня. Что в кухне есть? Вот это поднос. Это как будто торт-пирожный. Это, кстати, тоже пироженки. А, это маффины. Вот они какие красивые маффины. Вот. А, вот в этой штучке маффины и готовятся. В печке. Да, Машунь? Угу. Вот. А это что? А, это взбивалка. Венчик, точно. Ну, здесь у нее как бы там поварёшка. Кастрюлька. Все как из мультика. Чайничек есть. Чай пить. Ну, это, естественно, посуду мыть. Там можно мусорку поставить. В России стоит все так. Вау! У меня руки большие, все падает. Холодильник у нас открывается? Открывается. Что в холодильнике? Что-то есть. Тут даже печка открывается. Что в печке, как будто торт стоит, печется. Так. Вот это перегородка между, наверное, спальней, да? Нет, там ванна. Ну, это как будто бы комната.
А, это кухня. Продолжение кухни. Здесь как будто можно сесть пить чай. Это, скорее всего, прихожая. Здесь вещи как будто висят. Ну, конечно, красота. А это ванная комната. Здесь умывальник. Даже есть унитазик как будто. А, вот унитазик. Унитазик. И красивая ванная. Ванную можно... Так, ванную можно поставить фею. Вот мы ее вот так вот ставим, ванную фею. Как будто на нее льется душ. А фея моется. Ой, как-то ее вот так вот можно ставить. Как будто вот душ на нее льется, она будет крутиться. Ну, можно так сделать, это тоже. Как будто она моется, да? Это душ. Красиво, конечно, так сделано вообще. А видите, даже как будто окошко. А еще наверху этого дома есть вот что. Даже отдыхать на крыше, позагорать или чай попить, принести сюда пироженки и чай попить. Вот что на домике написано. Так что вот. Вот с другой стороны он такой красивый. По-моему, даже дверь открывается. Точно. Дверь открывается, а там бардак. Все пирожные раскиданы, разбросаны. Кстати, где-то еще ключик есть. Все, фею садим обратно в свою машину, дом. И она поехала в Майами на море отдыхать. Поехала.